Всем большой привет! С вами снова Александр. И я хочу вам рассказать сегодня о кресле от компании Cybex. Модель называется Solution Z-Fix. Это такое логическое продолжение линейки Solution компании Cybex. Там много моделей. Вот. И это достаточно интересная новиночка в категории 2-3 с 15 кг до 36 кг. Сегодня я вам расскажу, что она себя представляет, мои ощущения, ткани, как его крепить, как им пользоваться. И в конце, соответственно, я вам скажу свое мнение, посоветовал бы я его вам или нет. Так что садитесь поудобнее, будем с вами изучать. Ну что, давайте разберемся, чем это кресло интересно и полезно для детей. Напомню, компания Cybex Solution Z-Fix. Это, скажем так, кресло, построенное на базе других кресел Solution, например, на базе того же Q3 Fix, насколько я знаю, это кресло построено, но со своими доделками, переделками небольшими. Вот. Что касается безопасности, естественно, здесь все в порядке, детей доверять можно. У Cybex в принципе нет кресел, которые там были бы небезопасными, неинтересными. Вот. Поэтому в этом плане сразу закрываю вопрос, все хорошо. Так, напомню, с 3 лет до 12 лет, ну, 12 лет, понятно, вы не посадите ребенка, он уже большой, но так позиционируется кресло. И где-то со 100 сантиметров роста можно будет уже использовать это кресло. Здесь нет внутренних пятиточных ремней, ребенок крепится взрослым ремнем. Сейчас покажу. Вот, соответственно, если в машине еще есть Isofix, используем крепление Isofix. Ну, в принципе, давайте я сейчас с этого и начну. Покажу, как крепить ребенка в кресле, если, например, нет Isofix. Если Isofix нет, вот этот Isofix, то ничего страшного. Вы ставите кресло в автомобиле, достаете ремень, просовываете сюда ремешочки. В специальный направляющий в подголовнике. Запомните, родители, это очень сильно важно, потому что если ремень здесь не провести, ремень будет не пойми где находиться, а направляющий как раз таки избавляет нас от возможности сделать что-то не так и направляет ремень плечо, грудь, убирая его от горла. ДТП, ремень на горло, это все. Короче говоря, следите за этим, так не должно быть. Должно быть только в направляющем. Поэтому и по поводу наклона, если вдруг вы захотите поставить его на переднее сиденье, у кресла спинка имеет свободный ход. Если вы переусердствуете и сильно наклоните, ремень опять же сдвинется на горло, поэтому особо сильно наклонять нельзя. Вы по спинке почувствуете, когда она уже начинает более туго идти, все, хватит, дальше ее давить не надо. Это физически возможно, технически, скажем так, но делать этого нельзя. Вот, в принципе, закрыли вопрос на эту тему. Так, убираем ремешочек. Вот так, короче говоря, мы крепим ребенка в кресле и само кресло, если нет Isofix. Если же Isofix есть, нам нужно Isofix достать. Выдвигаем. Он металлический, полноценный, с этим все здесь хорошо. Isofix, металлические скобочки такие в автомобиле, поэтому проверьте его наличие. Вот, застегиваем. Появится зеленая индикация о том, что Isofix защелкнулся, то бишь все, дальше можно ездить. Немножечко у вас есть возможность регулировать расстояние спинки от спинки автомобильного сидения, сидушки в том числе, путем нажатия вот этой кнопочки. Вот вы посадили, хотите чуть больше наклон, выдвините, спинка, соответственно, чуть-чуть наклонится. Вот. Что касается тканей, у Cybex есть всегда какая-нибудь платинум серия, еще что-то. Здесь, например, используется очень приятная, не такая вот, у Cybex все-таки есть погрешность в простых модельках, у них есть такие синтетические материалы, которых летом ребенок не очень комфортно себя будет чувствовать. А в платинум серии все хорошо, ткань огонь, без проблем, она чуточку дороже. Вот, но здесь вот хорошая ткань, приятная, без вопросов. Поэтому летом, я думаю, нормально все будет. Вот именно Z-Fix, здесь ткань отличная. Так, и расцветочки у них появились достаточно интересные. Так, еще из в этой модели, что мне понравилось, здесь получается подголовник
умеет очень глубоко регулироваться по наклону. Ребенок уснул, голова вперед не падает, потому что мы спокойно отодвигаем подголовник. Вот он, видите? Приподнимаем и переставляем. Здесь несколько ступенек есть, но мы обычно или сидим, или лежим. Тут уже как вам нужно. Соответственно, в этом плане большой очень диапазон регулировки. Голова может, ну, нормально прокинуться назад для отдыха. Так, из фишек еще смотрите, что здесь есть. Это реально крутая вещь. Когда кресло растет вверх, оно растет параллельно вверх и в ширину. Вместе с ребенком. Ребенок же не чисто как тросточка вверх вырастает. Он и в ширину тоже растет. Поэтому вот это крутая вещь, прям без вопросов. Часто бывает ребенку 8 лет, еще в кресле бы хотелось поездить, а он уже все, уперся и все. Особенно пацаны так крупные. Бывают проблемки, сталкиваются с этим. Вот, кстати, установлена дополнительная защита LSP System, которая при боковом ДТП гасит энергию удара. Вообще, в плане энергопоглощаемости здесь очень крутые материалы использованы. Ну, это Cybex, друзья, здесь с безопасностью все окей. Так, что по креслу я вам еще не рассказал. По большому счету, все, что хотел, рассказал. По ткани сказал, ткань нормальная, все окей. Подытожу, в двух словах свое мнение скажу. Cybex — это такой, знаете, один из лидеров. Вот есть такие аналогии с автомобильным рынком: Mercedes, BMW, Audi, да? Кто что для себя выбирает, они все время спорят, что лучше. Вот также у автокресел среди немецких брендов тоже есть такая борьба. Люди выбирают там, да, сами знаете, с какими брендами. И вот это как бы тройки лидеров, и Cybex находится. Тут, конечно, выбирать, как всегда, вам. Но Cybex дает нам вот такие фишечки, как наклон, расширение, очень удобная посадка, нормальные хорошие ткани. Вот, кстати, здесь вентилируемый корпус. Летом это тоже сыграет положительную роль для ребенка, чтобы он не прел. Дышит весь корпус, он там с каналами специальными, поэтому с этим тоже все окей. Вот, по безопасности у Cybex очень хорошие кресло, поэтому не рекомендовать его я не могу. Очень удобное, классное кресло за адекватные деньги. Если мы возьмем, скажем так, прямые конкуренты, топовую модель с такими же сильными защитами, все дела, она будет немножечко дороже, поэтому тут иногда можно и сэкономить. Хотя и конкуренты тоже хорошие, естественно. Вот, поэтому цена, качество Cybex среди топовых решений просто огонь. Великолепное предложение, поэтому выбирайте, смотрите, приходите в мир автокресел с ребенком, посадите, вам ребята все хорошо расскажут, что к чему, да почему, предложат другие варианты, альтернативы, а вы уже, соответственно, выберете, что вам ближе. Вот, но его тоже в список добавьте. Поэтому по креслу все. Если это видео вам было интересно, что-то вы для себя подчеркнули, обзор вам понравился, ставьте свой царский лайк, обязательно подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы уведомления о новых обзорах у вас тоже были. Вот. Ну и, собственно, миру автокресел большое спасибо за Solution ZFix, а вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора кресла для вашего ребенка. Всего доброго!